Как там Нострадамус? Что он там про меня написал? Или не про меня? Нет, это не Нострадамус, это Катрены создателя. Но они печатают постоянно эти Катрены, уже года 4, наверное. И вот я читаю очередной Катрен, и, значит, читаю строчку, думаю, о, надо же, упомянули. Ну что, посмеялась, что? Понятно. Ну, ну и про кого там написано? Ну, ты знаешь, я думаю, что действительно русскоязычная, те, кто уехал в Америку, для того, чтобы не было действительно никакой паники, американцы будут получать, ну, какие-то знания, и они не будут паниковать. То есть события на сегодняшний день, ну, такие очень, скажем так, взбаламученные, ну, вот не знаю, какое слово тут вообще поставить, вот. И от того, что вот эта неизрасходованная взбаламученная энергия, она все равно ударит по людям, и людям все равно, ну, у них будет внутренний сбой, что ли, вот так надо сказать, и может начаться паника, поэтому... А в США тоже есть люди, которые могут вовремя успокоить и направить в нужное русло людей, как бы, ну, они должны быть двуязычными, то есть они должны знать и русский, и английский, разумеется. Угу. Понятно. Но видишь, как сейчас эта обстановка? Угу. Что, ну, что там у вас печатают? Я не знаю, ведь разное освещение, я так думаю. Ну, да, да, видишь, по-разному освещают. Ну, у нас говорят о том, что Трамп, значит, призвал армию. Ну, ну, не то чтобы морпехи там освободили подземные города, арестовывают конгрессменов 70%, я так поняла, арестовывают, значит, руководители каких-то там банков или там чего-то. То есть идет смена власти при помощи армии. Ну, это вот по нашим роликам идет. Что происходит на самом деле, пока непонятно. То есть это вот я от тебя хотела бы услышать. Угу. Подожди, что такое смена власти? Смена власти какой власти? А смена Конгресса имеется в виду. То есть конгрессмены, которые замешаны... Ну, во всяких разных неблаговидных, ну, как бы, ситуациях, то есть идет, я так поняла, что арестовывают, на их место будут приходить другие политики, вот так, наверное. Нет, политики, смена власти, у нас есть две власти, для начала. А, значит, одна власть действующая, еще сколько там, 2 недели, это власть, ну, если можно назвать это властью, республиканцы. Республиканцы во главе с президентом, республиканцем Дональдом Трампом. Но поскольку выборы показали, выборы, ну как, официальные, неофициальные, неважно. Официальные, конечно, как можно, по-другому. Сфальсифицированные, это вопрос другой. Или нет? Так вот, выборы показали, что победили демократы, и выбранный, избранный президент, это Джо Байден. И все. Значит, но Трамп никакую армию никуда не призывал. Никого не арестовывают, это полная ерунда. Он вообще никого не арестовывал, кстати. Он смещал с постов ну, отдельных лиц, которые, скажем, выступали против того, что он хочет сказать. Может и хочет, типа, как он говорит, сказать много. В том числе открыть, как вот... Зачем, правда, непонятно зачем, но открыть, допустим, данные по НЛО. Вот представь себе, его там из офиса скоро выгоняют. Он решает открыть засекреченные данные по неопознанным летающим объектам. Понимаешь, какая вещь? Оказалось, зачем, да? А кто его знает? Ну, вот это одно. С другой стороны, штурм Капитолия... Опять же, сфабрикованный. И все об этом говорят. Это понятно. Да. Причем не, не им, что самое интересное. А, понятно, что там вообще... Да, ничего, ну, нормальный человек
такие вещи не сделает, тем более президент страны. Ну, это глупость полная. Конечно. Вот. То есть это, во-первых, никто не даст. Да как это? И полиция, и все что угодно, и армия. Ну, там такие охраны, да никто не даст. А то, что да. нам показали какие-то клипы, ну, они совершенно спокойно. Полиция наблюдает, ну, как будто там им делать нечего. Ну, вот просто очень интересно. Ну, и там другие какие-то вещи есть. Понимаешь? То есть идет какая-то детская игра. Ну, просто детская игра идет. Весь мир говорит о том, что ну, там выборы, там эти мертвые голосовали, кладбище, там шутят, понимаете? Два кладбища проголосовали, а одно нет. Понимаешь? Вот. Мертвая душа, короче говоря. И весь мир об этом говорит, слышишь? И вот это ж такие глупые все, да? И американцы, ну, какие-то они действительно тупые все, как Задорнов говорил. И чего же ты так понимаешь это? Весь мир говорит, а они... как бы им все с гуся вода. Вот выборы показали это. Ты где-нибудь видела, слышала такое вообще до сегодняшнего времени, чтобы в стране президенту слова не давали? Вообще. Его закрыли все. Ни одного канала телевизионного, ни одного канала. Ему не дают слова. Ему твиттер, его твиттер закрыли. Слышишь? То есть вообще нигде не выступает. А что, это правда, что ему твиттер закрыли? Ну, то есть, что... Да, это... ему... Нет, ему дали ультиматум. Если он не уберет оттуда необоснованные, скажем, вот эти обвинения, то его твиттер закроют. Он не убрал. Да, ему дали там сколько там, 12 часов. Он не убрал. И твиттер взяли, закрыли его. То есть ему вообще негде ничего, там где-то как-то, кто-то, какие-то независимые каналы, возможно, это все что-то там печатают. Вот как вчера очередной слух прошел о том, что в 9 часов вечера, ну это по Нью-Йорку, будет он адресовать, сделать заявление, адресованное к гражданам Соединенных Штатов. Ну ничего этого не было. Я, значит, включил источник откуда. Ну они это все обсуждают там. Вот это все. А обсуждение такое. О том, что вдруг за две недели до этого, вдруг ни с того ни с сего, давайте мы уберем его, Трампа, уберем его из офиса. Убрать из офиса надо на каком-то основании. Значит, они вытаскивают. Есть такая 25-я поправка Конституции. Поправок там полно. И причем никогда там какие-то есть поправки, которые вообще никогда не извлекались. Это называется извлечь вот эту 25-ю поправку. Суть этой поправки состоит в том, что президент не может выполнять свои функции, если он ментально или физически не соответствует. Ну, то есть умалишенный типа, да? Ну, Трампа трудно назвать умалишенным. И Трампа трудно назвать больным недвигающим. Недвигающимся. Он здоровый мужик. 72 или 73 года. Понимаешь? Вот, абсолютно. И для чего, спрашивается, когда официально победил, понятно, новый президент, да? Все силы находятся, забрали все. И Конгресс, и Сенат, да, и партия победила. Ну, уже вопросов даже, казалось бы, нету. И 20 числа официальная присяга, да, присяга, но и все, он официально вступает в должность. Зачем заниматься импичментом тогда, да? Зачем? Потому что процедура импичмента не такая простая. Она не занимает один или два дня. Это может занять какое-то время. Поэтому выступает Байден и говорит, не, говорит, он, конечно, его надо убрать, он не соответствует. Да, он, ну, больной на голову, типа такое, понимаешь? Но, говорит, я на это не пойду, типа, зачем, чтобы спокойно, давайте мы 20 числа, будет инаугурация моя, я приму присягу, все нормально, не будем мы идти по этому пути. И, тем не менее, эти слухи не утихают, да, и вот задаешь вопрос, как бы для чего, но официальная штука, почему это делать, а для того, чтобы он в 24-м году, каждые 4 года, да, не пытался выдвигать свою кандидатуру и не пытаться опять баллотироваться на роль президента. Что-то есть такое положение, что если в течение, вот если президент импич, ну, значит, он лишается права на следующий срок
опять баллотироваться в президент. Ну вот типа подоснова такая. Ну, в общем, много всего. Сейчас еще и приплели Папу Римского. Вот, понимаешь, у них там у Ватикане, понимаешь, черти что происходит. Вот. И уже слухи ходят о том, что этот Майк Пенс, это вообще тоже там, в общем, черти что. Черти что. Ну, смотри, Ватикан, конечно, структура очень сложная. И, ну, намек они поняли. Их же предупредили, если вы... не остановитесь, то у вас сгорит не только Нотр-Дам, у вас и Ватикан сгорит. То есть, ну, я думаю, что Папа Римский достаточно мудрое существо, остановил все свои поползновения, и, мне кажется, они все прикрыли все свои каналы, и наркотрафика, и где-то там всяко разные педофилии и прочее. Я думаю, что Папа Римский все закрыл. Ну, мне так кажется, что он закрыл. А Ватикан еще не взорвали, значит, он все-таки... ну, как-то взялся за ум, и мне кажется, он очень трезвый, вот этот последний Папа Римский, не знаю. Хотя, конечно, католическая церковь, если не в этом году, но в следующем-то она исчезнет, конечно. Как таковой институт, я имею в виду, что религия, ну, католическая точно исчезнет с лица земли. Так если, если исчезнет католическая, тогда, получается, исчезнет и христианская, и, понятно, ну, само понятие. Возможно, да. Может быть, и остальные. И православные. Вообще считается, что религиозные войны, они будут последними. Ну, то есть, после сначала будут экономические войны, потом будут, ну, какие-то там, значит, банковские, там все финансовые войны. А вот последние будут религиозные войны, и на этом завершится все, и дальше уже будет, вот, ну, как бы подъем. То есть, религия, она последний бастион. Да. То, что ты сейчас говоришь, вот представь себе, об этом сказать тем, кто сегодня в конфессии, в этой католическо-христианской православной конфессии. Вот если ты такие вещи скажешь, можешь себе представить, что тогда будет. Весь мир подымется. Вот то, что делались. А ты знаешь, вот я об этом говорю. Это не я говорю, это описано все, это описано верно. Значит, средние века, ну, в году примерно, ну, вообще, институты стали появляться раньше. То есть религиозные институты, просто они обрели силу очень серьезную, где-то в 1500, ну, примерно, 400-500. Да, да. Вот, они стали, почему они стали появляться? А потому что с помощью вот этих вот энергий очень легко управлять людьми. Ведь если человек в конфессии, то тут же выступил любой, это самое, батюшка, и сказал, и все, значит, дружно «Аллилуйя!» Закричали «Аминь!» Понимаешь? И все пошли, полным ходом пошли. А я когда-то один раз имел неосторожность сказать, ну, в частном разговоре, правда, но верующему человеку, очень верующему человеку, я имел неосторожно сказать о том, что вообще-то по эпохам всего лишь 2000 лет, я не говорю про сотни тысяч, миллионы, миллиарды лет, это же все описывается. А, то есть эпоха рыб, которая возникла, вот смотри, она же каждые 2000 лет, правильно? И вот мы сейчас идем в эпоху Водолея. Эпоха рыб – это именно тот самый главный христианский эгрегор, который сейчас заканчивается, эта эпоха. То есть мы переходим чисто циклически, астрологически, астрономически, переходим в другое. Это означает, что просто меняется все. И вот это было воспринято очень и очень, скажем так. Да-да, понятно. Они высказывают свое ведь мнение, а я же высказываю описанное. То есть причем тут я? Я могу верить, могу не верить, я могу считать, не считать. Я даю чисто... анализ делаю того, что есть. А каждый воспринимает информацию так, как ему или ей хочется. Но вот было принято очень негативно в этом плане. То есть ассоциативно была вот эта информация. Вот так сегодня человек себя ведет. Направлено личного характера против человека, который сказал об этом. Но ведь я же не сказал, что я так считаю. И я так верю. Ты представляешь, какая вещь интересная? И что сегодня происходит? Человек говорит, вы не правы. Почему я не прав? Так написано, причем тут я прав или не прав? Ну и вот начинается вот это рассусоливание. Один сказал, другой сказал, да,
Он, конечно, а почему? А потому что вот так. И начинается. Кара Божья вас постигнет. Ты понимаешь, какая штука? Кара Божья. А с другой стороны, все несут вечное, светлое, мудрое, якобы они так считают, да? А вот чтобы люди всей земли, и начинается вот это все, да? То есть догнать и причинить человеку добро. Я же точно знаю, так надо. Потому что я несу мудрость. Один написал, знаешь, что он написал? Один в комментариях. Я один из апостолов Христа. А, ну, так я... никто ж не спорит. Никто ж не спорит. Да будь апостолом Христа. Только да. Миссия очень сложная, тяжелая миссия. Вот, а так-то будь, пожалуйста, будь. Я у него спрашиваю, да что вы? А почему не сам? Ну, сам с большой буквы. Он начинает мне объяснять, причем, ну, как бы он воспринял это все, так сказать, ну, что я ему задаю вопрос, я, так сказать, ну, постебался, можно сказать. А он начал мне очень серьезно объяснять, как, что, почему. Вот интересное сегодня время. Ладно. Давай мы тогда это у нас впереди еще целый час, если не больше, беседы 18 часов. Ладно, пойду, хорошо, давай. Пойду пройдусь. Давай, погуляй. По океану. По берегу, да. Точнее, океана. Народ купается, я смотрю. Ты представляешь, 6 градусов. Я думаю, чего у меня руки мерзнут? Но я вышел, время было где-то 7 часов. Нет, 6:30. Ну, еще темно было. Луна, так скажем. Угу. Вот. И я говорю, ну, градусов, судя по всему, 10, потому что вода теплее, чем на воздухе. А потом посмотрел температуру, 6 градусов тепла, представляешь? Угу. О, как красиво. Холодноватенько. Но завтра будет, правда, завтра будет 22-24, так вроде бы днем обещают. Но сейчас солнце появилось, уже чуть-чуть потеплело. Было, конечно, холодно ходить. Угу. Ну вот народ купается. Угу. Да. Ну хорошо, все, до встречи. Давай, счастливо. До встречи, ага, давай, счастливо. Ага. Пока. Пока, ага.